Судебные приставы Дагестана провели рейд по выявлению должников. В рамках мероприятия были выявлены автотранспортные средства, зарегистрированные за должниками по взысканию алиментов, кредитов и других категорий. Участие в рейде вместе с приставами приняла и наша съемочная группа. Неплательщиков выявляют с помощью специального аппарата. Прибор сканирует номера машин и моментально пробивает их по базам данных. В случае обнаружения должника прибор сообщит об этом звуковым сигналом и выведет данные гражданина на экран монитора. Автомобиль в розыске. Николай. 4-5-0. Константин. Николай. 1-9-7. Судебные приставы прямо на месте могут взыскать долг с водителя, либо вручить ему квитанцию или постановление суда. Кроме того, они могут наложить арест на имущество должника, включая транспортное средство. Уже первые минуты проверки дали результат. Приставам попался должник по кредитной задолженности. Сумма кредита, как выяснилось, составила более 1 миллиона рублей. В данный момент во время выявления за задолженность по транспортному средству ВАЗ-21 Калина имеет задолженность в размере по кредитным платежам в размере 1 200 000, где ставлен данное транспортное средство акт ареста, будет машина помещена на специализированную штрафстоянку. Проведение подобных мероприятий дает положительные результаты. Кроме того, узнать долги у судебных приставов можно на официальном сайте ведомства. Любой пользователь интернета сможет справиться с этой задачей и узнать, есть ли у него задолженность. Каждый гражданин имеет доступ федеральному сайту, где он может проверить так на себя, на своих родственников. Сайт называется fssprus.ru, где он может проверить задолженность себя, своих родственников, своих близких. Для тех ситуаций, чтобы не возникали вот на проезжей части дороги, где не пришлось бы, чтобы они лишили своих транспортных средств, либо свое какое-либо имущество. В ходе рейда были выявлены десятки должников. По мнению приставов, такие мероприятия повышают эффективность взыскания денежных средств по исполнительным производствам. Зумруд Гамидова, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала.